Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Или лайк не хочет, тогда МСРу. МСРу зашел. Сейчас, пацаны, две проверки сделаю, потом турнир будет. Алекс, пропиарил, брат. Ответь, пожалуйста, это ты же был, у тебя же родственники живут. Не-не, в Казани еще у меня родственники не живут. Я просто в больницу приходил туда. Азам, тебя Дандрит оскорбил, знаешь ли ты об этом? Нет, не знаю, знать не хочу, братан. Если он что-то хотел бы сказать, он бы сказал бы мне, ВВС. И то, что ты говоришь, это бред, я не верю в то, что он меня оскорбил. Это просто очередной человек, который пытается... Давайте посмотрим, как МСР сыграет. То есть Суслик уже третий раз пытается пройти в клан. Давайте посмотрим, получится ли у Суслика пройти. Он третий раз пытается пройти в клан. Друзья мои, у нас проверки открыты в клан. Ультиматум, друзья мои, можете себя проверить. Попробовать зайти в клан. Если вы кого-то выиграете 5-0, автоматически проходите в клан. 5-0 надо сделать, и все, ну, не все в голову, две головы, как бы, и так далее. 5-0, если делаете какому-либо игроку нашего клана, я беру вас сразу, это мое условие. Но если вы просто так выигрываете человека, там, 2 и 2 головы, там, ну, 5-1, там, 5-2, не знаю, как хотите, просто выигрываете, получается, ну, играете с двумя. Условия такие, 2 раза в гол надо попасть, всего-то 2 раза, остальное все, остальное можете зажимать прям. Попробуйте себя, друзья мои. Проверка открыта. А, кстати, один челик в СНС брал сегодня. В СНС брал. Проверку сейчас я посмотрю. Удивительно, но в СНС мало кто берет. Сегодня проверку брал. МСР 1-0 проигрывает. Интересно, интересно, друзья мои. МСР проигрывает 1-0. Опа. Блин. МСР, братан, давай соберись. Давай соберусь. МСР, собирайся. Давайте посмотрим. Опа, спрыгивает. Угу. Смотрим дальше. Опа, аккуратно. Аккуратно. Блин, это Суслик очень грамотно играет, честно говоря, против МСР. Против МСР не каждый может хорошо играть. Бля, если он 5-0 его выиграет, это пипец будет, пацаны. Представьте себе, сейчас 5-0 проиграет. Хорош! МСР хорош, друзья мои, МСР хорош. Почти 12 тысяч лайков в чат. Получится у нас 12 тысяч лайков? Блин, хорош, хорош. Давайте посмотрим. 1-1. Давайте Суслику тоже лайк поставим. За то, что старается. Угу. Пока что. Пока что. Ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, как он дал ему в голову? МСРа. Он играет с дигла. У него такой стиль игры с дигла. Кстати, еще такой момент. Если вы донатите... указывайте в донате, с кем бы вы хотели сыграть. Я могу поставить с любым, с кем вы хотите сыграть в гильдии. Ну, если он в онлайне есть, имеется в виду. Обязательно пишите, против кого вы ультиматум хотите поиграть. В основную черноту. Чё? Не понял. Я не понял. Это что было? Это что было? Я ни хрена не понял. Это как? Это как, чат? Чат, это как? Бля, МСР, ты точно не с читами играешь, брат? Этот человек точно не с читами играет, блядь? Это пинг. Бля, МСР, бля, кикну нахер, бля, если узнаю, что ты, блядь, читами играешь, братан. Опа, 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 адреналайн, бельки, раскатамбусы. Хорош, Суслик. 2-2, друзья мои, 2-2. Это рандом был, да-да, это рандом, походу, был. Пацаны, почти 12, друзья мои. Пацаны, девчонки, а также их родители, почти 12 тысяч лайков. Давайте добьем. Давайте эту отметку 12 тысяч лайков пройдем. Там осталось всего лишь 140 лайков. 140 человек. Просто лайк нажмите. Откуда узнает, где чел находится? Он откуда знает, где чел находится? Звук по звуку. Слушают. Шаги, шаги слушают.
Охренеть, не попал. Как он не попал? Как он не попал, друзья мои? И мать он не попал, я просто в шоке. Офигеть! Блин, равный бой, пацаны. Очень равный бой. Очень равный бой, братан. А там такой вопрос, когда с игры уходил, с гильдии вышел, мне проверку обратно проходить надо. Ну, смотря куда, сколько времени уходил. На неделю, если уходил, не надо. А если так, блин, больше месяца не был человек, то нужно обратно проверку. Сколько стоит твой второй YouTube канал? Я не знаю, там всего лишь 300 тысяч подписчиков и там актив, там максимум 1000 онлайна, наверное, будет 1500 онлайна максимум. Ну, блин, я не знаю, я его не продаю, потому что, ну, все равно понадобится когда-нибудь. Если с YouTube уходит будет, тогда только могу продать и все. Ой-ой-ой, 3-3. Блин, пацаны, 3-3. 3-3. Друзья мои, волнительно. Друзья мои, волнительно, 3-3. За сколько пиаришь мою ссылку на вебкоин? Что такое вебкоин? Я не знаю. Наебало, что ли, очередное? Пусть МСР проверю, давно просился. Хорошо, Беркут. Я неделю уходил примерно. ВК, пиши этому, как его, лайк. Азам, что если взломали ВК и привязка ФФ была, я просто не знаю. Блин, тебе надо в техподдержку писать. Брат, добей 1К, у меня стрим. Ой, Аллахам, Аллахам. Сейчас я тебя пропиарю, брат, ну ничего не могу обещать, потому что, ну, я не знаю, чтобы люди подписывались на канал, нужно как-то их, ой-ой-ой-ой-ой, нужно как-то их забайтить, или же как-то нужно что-то сделать. Имеется в виду, это такой заработок. Нет, братан, ну я не верю вот эти коины, моины, всякую, нет, брат. Как по мне, это какой-то наебал аудитории, я этим не буду заниматься. И этот, как его? Они разве не знают? В том, что, то, что не знаю, очень рекламный. Этот, как его? Сейчас в наше время, блядь, привлечь аудиторию очень трудно, жесть, отвечаю, очень трудно, потому что, ну, я не знаю, пацаны, на стриме Reddit и так далее. Когда я вижу стримы, более-менее еще подписываются. Но у него две головы есть. Вот более-менее, пацаны, MCR скриптами играет. Доказательства же они покажи. И, короче, этот, как его... И очень трудно бывает там, чтобы люди подписались на канал. Тем более, когда канала нету никакого контента. Вот реально, очень много есть каналов, в которых вообще никакого контента нету. Они берут пиар, потом говорят, ну, не пришло. Ну, я же не отвечаю за это. Я свою работу делаю, как реклама делаю. А приходит, не приходит, это я не могу за это ответить никак. Почему офнул вчера стрим? Начало стрима посмотри этого и поймешь. Я там рассказал. Go Reddit пабликов, приятно посмотреть на их реакции. Рейды чуть похожи можно. Ну не знаю, посмотрим насчет рейдов я. Я сами ошибаюсь, у МСР только одно тело, и это было сейчас. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На текст удачи и всем пока-пока.